Ну что, ребята, приветствую вас на очередном разборе ежедневника. Вы знаете, я традиционно стараюсь каждый месяц показывать, как оформляю свой ежедневник. Я, во-первых, сама люблю смотреть подобные видео, и, во-вторых, мне нравится их снимать для вас, да и вам они тоже нравятся, судя по комментариям. Поэтому начнем. Сегодня я покажу, как оформляла свой ежедневник, что туда заносила на ноябрь 2021 года. У меня здесь чашка черного чая и бабушкина печенька. Она мне привозила творожные какие-то печеньки с сахаром. Вот одна осталась, как раз решила ее заснять в видео. Моя осенняя свечка. Здесь у меня вообще-то еще рядом тыквы стоят, но они не влезли в общую концепцию, знаете, чтобы снимать. Короче, слишком много всего у меня такого осеннего и оранжевого. Вы, наверное, думаете, а где же заполнение ежедневника на октябрь? Почему его нет? Куда оно пропало? На самом деле, я снимала ежедневник на октябрь. Вот этот разворот я делала. Но, как вы знаете, я не смогла выполнить все, что здесь было, просто по той простой причине, что я сидела дома в гипсе почти весь октябрь. Вот. Сегодня, кстати, 30 октября, и я уже заполнила на ноябрь. Вот такой вот разворот я сделала. Это просто обычная самая лента, которую я сюда клеила, наклейки серии Гарри Поттер. Я заказывала на Озоне вот эти наклейки и, конечно же, Star Wars. Самое главное, что нужно сделать, это сдать семестровые задания Хрона, Гео, Био и Монографии. И Монография у меня дома есть уже. Я начала ее читать. Я уже где-то 50 страниц прочитала. Надо прочитать, сделать монографию, записать в смысле и потом ответить преподавателю. По поводу био, по-моему, у меня уже готово 50 карточек, а там, по-моему, 230, что ли, биографии надо знать. Вот, гео. Гео, там, по-моему, 80 геолокаций надо знать, и у меня уже сделано, по-моему, 10 карточек. То есть что-то я начала делать. Хрона, по датам у меня все хорошо, и там не так много учить надо, просто надо по учебнику посмотреть, что конкретно будут спрашивать, и все. Перечитать все для курсовой, это на самом деле я так погорячилась, вряд ли я прямо все-все-все успею прочитать, хотя делать нечего, придется все читать. Давайте я вам поближе увеличу, а то, мне кажется, плохо видно. Так, вот так вот получше. Верно? И давайте полистаем, что у меня тут. Архивы задания. Дело в том, что у нас есть такой предмет архивоведения, и я пропускала пары по больничному своему, потому что сидела дома, и у меня не сделаны кое-какие задания, и это значит, что мне надо в Moodle сделать и отправить преподавателю. Я с ней разговаривала, она разрешила мне отправить все пропущенные мною задания, но дело в том, что это их очень много, и надо просто сесть и сделать. Я выделила себе понедельник, чтобы просто, знаете, сесть за компьютер и сделать. Благо дистанционка. Вот неделя дистанционки, неделя сидения дома, я успею как раз свои хвостики так подчистить. И организация научно-исследовательской деятельности то же самое. Я была на больничном, эти пары проходят раз в две недели, и там тоже есть задания, которые просто надо сесть и сделать. Ничего там сложного нет, это скорее время затратно. Дальше. Работа с документами. У меня, по-моему, там что ли около сотни документов по 16-17 веку Англии, и надо ответить на вопросы на все документы. Это очень громоздкая такая работа, потому что надо сесть и прочитать каждый документ, ответить на все вопросы письменно и прислать это преподавателю. Это прямо работа на целый день. И вот как раз буду сидеть и делать. Что ж поделать. Запад доклады. Есть доклад, его надо будет рассказать в четверг, и мы с ребятами вместе его делаем. На четверых у нас доклад про, ой, я уже не помню, про шведского короля, в общем, и я делаю презентацию.
запланировала, что надо сделать. Видите, у меня достаточно минималистично все оформлено. И мне нравится просто сюда эту наклейку клеить, как-то общий тон задает, и какую-нибудь еще наклеечку яркую, и все. И я обязательно, кстати, день недели подписываю. Если вы не обращали внимания, то посмотрите, вот здесь вот какие-то цитатки постоянно присутствуют. И когда я покупала этот ежедневник, я, честно говоря, думала, что я каждый день буду читать вот эту вот цитату, как бы, знаете, на день так вдохновляться. На самом деле ничего подобного. Я, по-моему, их вообще не читаю, вот то, что здесь написано. Что у нас здесь на 5 ноября? Никогда и никого невозможно изменить. Люди должны изменить себя сами. Это действительно так, согласна абсолютно, но я все равно забываю читать вот эти вот штуки каждый день. И если вы не достигли успеха, выясните причины, по которым это произошло. У меня эта причина — хреновая организация, плохое планирование и лень. Дальше. Хрона, курсовая, собственно, понятно, просто буду сидеть, учить эти хрономиниумы. А курсовая работа — это значит, что я буду сидеть и читать, потому что пока писать мне особо не о чем, надо просто набирать материал. Нравится мне этот гномик из Gravity Falls. Био 50 штук надо сделать будет, я это помню. Просто как делать карточки, я вам потом, наверное, покажу. И вообще, что такое био, гео, хроны, и как их делать, что это такое, как по ним готовиться, потому что многие спрашивают. Если вкратце, то это семестровое задание по истории России, где надо рассказать, допустим, биографии каких-то людей. Тебе дается список, ну, в данном семестре 228, по-моему, биографий по России. Там совершенно разные деятели русской истории по одному какому-то времени. Это с 1801 по 1855 года в этом семестре. И тебе просто говорят фамилию, ты должен называть имя, отчество этого человека, год до его деятельности, что он сделал, чем знаменит. И помимо каких-то известных деятели, которые все и так знают, вот, много очень тех, которых ты, ну, вроде как что-то слышал, но что-то толковое сказать не можешь. В общем, надо по каждому подготовить биографию, вот, и это не письменно сдается, а устно, то есть тебя спрашивает преподаватель, ты сразу же за пару секунд должен сказать, кто этот человек. И, по-моему, так она спрашивает, ну, я не знаю, штук 20 личностей просто наобум. То есть не ты выбираешь, про кого рассказать. Ну, это если вкратце. На память. Эта тема на память такая. А дальше что у нас здесь? Монографию. О, здесь, кстати, 9 ноября, видите? Я вносила кое-какие правки сюда. И вот это написала уже после того, как стало известно о локдауне. С 8 ноября вроде как все нормально, будем учиться очно. На данный момент, на момент 30 октября, такая информация, дальше не знаю. Я надеюсь, что локдауна полного не будет, и мы будем в нормальном режиме учиться, потому что я хочу все-таки ответить очно монографию, то есть показать конспект и, грубо говоря, защитить свой конспект и рассказать про монографию, ответить на вопросы, которые будет преподаватель задавать. И это очень делать мне лично гораздо проще, чем письменно, честно скажу. И хрона надо будет ей устно тоже рассказать. Она будет задавать какие-то, я не знаю, там события, и ты должен сказать дату. И, или наоборот, дату она скажет, преподаватель, а ты там события можешь назвать. Вот, Запад почитать обязательно надо. То есть это уже планы на очное обучение, на очную неделю. Здесь я уже так ничего вроде как не заполняла, а вот био 50 штук еще написала, потому что я активно собираюсь готовиться к тому, чтобы сдать все в ноябре. То есть семестровые задания надо закрыть до начала сессии. То есть это никакая не оценка специальная, но просто без этого ты не получишь зачет. Вот так вот. И это будет твоим долгом. Что здесь? Био 50 штук — это повторить, сделать надо. По вторникам у нас история России идет, и у меня вот здесь написано, что надо сдать гео, то есть прийти очно к преподавателю, сказать, я хочу сдать семестровое задание по геоминимумам, и сдать их. То же самое, она, допустим, преподаватель, просто женщина, спрашивает, что такое там, я не знаю, там, Шевардино, и ты отвечаешь, что такое Шевардино, что там происходило, как, когда там происходило, что там сейчас, допустим. И так про каждую местность. Или там, например, Кульм, кстати, вы знаете этот город, европейский Кульм, что там было в эти хронологические промежутки, которые мы сейчас проходим, и какие там, может быть, сражения происходили. Ну, это уже я сама должна буду рассказывать, ну, в общем, готовиться надо.
Дальше что? О, да, мне еще пришли наклейки с Sailor Moon, поэтому все сюда. И вроде как я дальше уже особо сильно не заполняла ничего, потому что я не знаю, как мы будем учиться. Просто практически пустые страницы. Вот. Планировала я только био сдать. Вот, видите, еще во вторник, 23 ноября, надо сдать био. А, 226. А я думала, 228 биографий. Я просто их еще не все сделала. Вот, то же самое по вторникам у нас история России. Целых 3 пары, поэтому будет время сдать ей все, что нужно. И таким образом в декабре я буду, ну не то чтобы совершенно свободной, но самые, знаете, такие тягомотные задания, которые надо сделать, которые отнимают очень много времени и сил, и стресс прямо нереальный, когда ты их делаешь. Вот, проще это сдать все до декабря и точно до зимней сессии. Вот. И вроде здесь больше ничего я такого не планировала, потому что, повторяю, я не знаю, что у нас будет с локдауном сейчас. Вот, закроют нас, не закроют. Ох, вообще ничего не понятно, ничего не известно. И ежедневник мой тоже так выглядит, когда ничего не понятно и ничего не известно. Вот, но я для себя решила, что мне не нравится, знаете, много мелких наклеечек. Ну, прямо очень много каких-то наклеечек, каких-то сложных записей. Мне нравится, как выглядит, когда ты просто наклеиваешь вот эту вот ленту, как это скотчи цветные. Это, кстати, по-моему, из рисовой бумаги вот эта вот лента. На Озоне заказывала, там, по-моему, сколько, 8 вот этих вот лент стоило, что ли, 120 или 130 рублей, то есть очень дешевые, вот. Но не могу сказать, что они мне на 100% понравились, вот эти ленты. Я сейчас покажу, как они выглядят. Все вот эти вот скотчи цветные я решила в такую вот баночку положить, потому что у меня Винни их постоянно ворует и куда-то загоняет. Я, кстати, не знаю, где еще очень много моих вот этих вот моточков. И вот эти вот скотчи, они в одном комплекте шли, вот так вот. Эх. И у меня еще, по-моему, несколько цветов было такого коричневого цвета. Повторяю, Винни их куда-то загнал, но вы можете видеть этот цвет вот здесь вот. Сейчас. Вот здесь вот. Видите? Вот он. Это за 5 октября, что я планировала. И, кстати, я делала это. Это мои развороты на октябрь, кстати. То, что я вам не показывала, но они были. И вот так вот выглядит коричневый скотч, который куда-то Винни утащил. Вот, я сюда, кстати, какие-то картинки еще вклеивала. Вот. И, да, в общем, мне понравилось такое минималистичное оформление. Просто берешь скотч, любой, совершенно. У меня вот такие еще пластиковые есть. Но, честно говоря, такие, по-моему, поприкольнее. Одну ленту сюда, наклейка, и все уже выглядит так красивенько, нарядненько, и можно какое-то общее настроение создать. Вот, мне очень нравится. И повторяю, очень минималистично, ничего такого нет, особо ничего не планирую, потому что не знаю, как мы будем пока учиться. То есть самое важное, глобальное, самое необходимое, что надо сделать вот в ближайшую неделю-две, я сюда написала. Ну, а так, в принципе, полная неизвестность. Надеюсь, этот ноябрь будет гораздо лучше, чем мой октябрь, правда, потому что октябрь просто кошмарный получился. И хочу еще показать одну вещь, которую я купила сегодня в магазине, в ленте. Вот такой вот журнал «Историк». Я на самом деле уже не в первый раз покупаю этот журнал, и я его только так пролистала, еще не знаю особо, о чем тут будет, кроме Достоевского, конечно. Вот. Но мне нравится оформление, нравится, как выглядит. Кстати, вот эта вот полоска белая, она не совсем белая, она такая молочная. Сейчас уберу свечку, а то страшно. И покажу, как выглядит этот журнал. Ну, примерно вот так вот это выглядит. Здесь разные статьи, и если посвящено какому-то человеку, здесь где-то половина, именно половина будет про него. У меня про Гагарина есть, и вообще там про космос в Советском Союзе, и там даже больше половины вот, журнала было посвящено именно космологии в Советском Союзе. Здесь, видимо, все про Достоевского будет, ну еще что-нибудь интересненькое. Я на самом деле взяла, потому что здесь про Польшу было, а поскольку я изучаю историю Польши, мне это очень-очень важно. Вот, видите, про Сигизмунда III, это король Польши. И мне интересно как раз собирать информацию про Польшу. Не знаю, когда я его прочитаю, потому что предыдущие несколько выпусков я так
пролистала, но не читала целиком от корки до корки, просто времени нет. Наверное, надо взять за привычку читать что-нибудь такое за завтраком, знаете, свежая пресса, вот. Просто хвастаюсь, какие есть интересные журналы. И на самом деле очень неплохо, очень неплохо. На этом я хочу завершить сегодняшнее видео. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вам все понравилось. И увидимся в следующем видео. Пока-пока.